А в Атырау проекты, запущенные в рамках карты индустриализации, обеспечивают продовольственную безопасность региона. На стадии разработки многие считали их риском, но опасения оказались напрасны. И сегодня регион готов не только обеспечивать собственные потребности в некоторых видах продовольствия, но и поставлять излишки на экспорт. 1,5 тонны салатов и свежих овощей в день. При этом все сырье исключительно с местных ферм. Новый цех позиционирует себя как первый в регионе, где консервируют, соблюдая все технологии. В ассортименте 10 наименований. Цех открыло одно из местных крестьянских хозяйств, решив при помощи государства создать полный цикл от грядки до выпуска готовой продукции. Здесь же построили овощехранилище на 8 тысяч тонн. Имея свое овощехранилище, мы не только имеем возможность хранить свою продукцию, но и имеем возможность перерабатывать его зимой и весной, что повышает рентабельность сельского хозяйства. В этом году Атырауская область впервые в истории на 100% перекрыла внутреннюю потребность в курином яйце. К примеру, только на этой фабрике, запущенной в этом году, сегодня уже вышли на производственную мощность и получают 90 тысяч куриных яиц в день, или более 30 миллионов в год. Сегодня на птицефабрике завершается второй этап расширения. После его завершения годовой объем достигнет 60 миллионов яиц. Для второго этапа развития это мы посадили птицу. Сейчас уже им 84 дня. 12 недель практически. Оборудование полностью все смонтировано, запущено. Примерно 20, 24, 25 декабря мы будем получать дополнительно еще 30 тысяч яиц. Это примерно будет 120-118 тысяч. Проблем с реализацией здесь не испытывают. Местная продукция превосходит привозную по нескольким параметрам. Самое главное – это свежесть. На прилавки яйца попадают в первый же день, и цена. Богдан Тугулов, Азерхан Уахитов, Аматай Матенов, Атырауская область, 24 КЗ.